вечер, уважаемые гости праздника! В эту прекрасную пору, когда легким шелестом осыпается осенний-желтый лист, когда на пороге стоит бабье лето, к нам приходит еще один праздник! Уже доброй традицией стало празднование дня рождения нашего поселка. Поэтому и день сегодня необычный, потому что в нашем поселке праздник. И мы с превеликим удовольствием для приветствия и поздравления приглашаем на сцену главу администрации Лениновского сельского поселения, председателя Лениновского сельского совета Касьянова Олега Викторовича. Давайте поприветствуем вашими аплодисментами. Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем поселка. Этот праздник мы встречаем с гордостью за славное историческое прошлое нашего поселка, с радостью за успехи и достижения жителей в наше время, с надеждой и уверенностью в счастливое будущее родной земли. С каждым годом все больше укрепляется социально-культурная сфера. На наших глазах преображается внешний облик поселка, все более комфортным для жизни, труда, учебы и отдыха. Но главным достоянием нашей земли были и остаются люди. Трудолюбивые, энергичные и талантливые. Сегодня мы выражаем огромную благодарность всем жителям поселка, труженикам предприятий, работникам ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, предпринимателям за неоценимый вклад в развитие и процветание нашего поселка Ленина. Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, отличного праздничного настроения, успеха во всех делах и начинаниях на благо родной земли нашего поселка, счастья, благополучия в семьях, нашему поселку счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания. С праздником вас, дорогие жители поселка Ленина! Ты только посмотри, сколько на площади красивых, улыбчивых, позитивных людей. И все они сегодня в центре события под названием «День поселка». И неудивительно, ведь именно сегодня наш поселок празднует свой день рождения. И сохраняя наши добрые традиции, спешим сообщить, что администрация Лениновского сельского поселения ко дню поселка была объявлена праздничная лотерея, розыгрыш которой состоится прямо сейчас. Ну что ж, дорогие друзья, приготовьте все свои лотерейные билетики, и мы начинаем нашу праздничную лотерею. Давайте посмотрим. Вот такой стаканчик с ложечкой всегда пригодится хорошей. Пушка достается лоту под номером 576. 576, дорогие друзья, посмотрите хорошо свои лотерейные билеты. Обязательно есть такой номер. В любом случае, достается аплодисменты вот этому замечательному победителю нашей лотереи — термокружка. Следующий подарок — графин, который украсит любой праздничный стол. И достается он, Галина Михайловна, номеру 595. Большое спасибо вам, удачи! И следующий приз — это у нас набор салатниц, и достается номеру 629. Дорогие друзья, посмотрите хорошо свои лотерейные билеты. Номер 629. Есть, есть! Победителю аплодисменты! Замечательный подарок для мамы. Следующий приз. Олег Викторович перемешивает прекрасно наши лотерейные билеты. Галина Михайловна достает. А следующий подарок — у нас бутылочка моющего средства Фэри, и достается она номеру 38. Номер 38. Давайте посмотрим на этого счастливчика, которому достанется моющее средство. Такая зажигалка для газовых плиток. И выигрывает номер 252. Я думаю, пригодится для всех случаев жизни. С номером
термокружка, снова термокружка, дорогие друзья, кому же нужна такая замечательная вещь, которая пригодится для всех. Номер 303 выигрывает этот прекрасный приз. Номер 303. Иду, кричат, мы слышим. Не спешите. Замечательно. Мы вас поздравляем с выигрышем. Это ланчбокс, дорогие друзья. Сейчас это очень известная штука для наших школьников. Ланчбокс выигрывает номер, Галина Михайловна, 343. Не удивимся, если выйдет ребенок. Нет номера 343. Есть, ребенок, аплодисменты. Все уходит в свои руки, все идет как надо. Разыгрывается кашпо, пригодится в каждом доме. А выигрывает номер 447. Есть такой номер? 447, дорогие друзья, хорошо. Есть. Аплодисменты нашей маленькой победительнице. Номер 447. И выигрывает кашпо. Выиграли два победителя. Замечательно. И следующий номер. 3. Термометр оконный для ваших квартир измерять температуру. И выигрывает его номер 331. Давайте мы узнаем, кто будет знать температуру в своем доме. Номер 331. Нет такого номера. Есть. Давайте поаплодируем. Есть номер 331. Теперь вы всегда будете знать температуру в своем доме. Губки для посуды. Снова нужная вещь для каждой хозяйки. И хозяина тоже выигрывает номер 100. Лот номер 100. Есть такой номер? Да, не стесняйтесь, дорогие друзья. Номер 100. Так, кто-то не получит свои замечательные губки. И следующий наш подарок. Шумовка, кухонная утварь. Шумовка для каждой хозяйки будет замечательным подарком. А выигрывает номер 463. Кто же под этим номером? Номер 463. Ой, какая маленькая, замечательная, подрастающая хозяйка. Мы поздравляем тебя. Следующий номер. Следующий приз. Разделочная доска стеклянная. Достается она номеру 564. Дорогие друзья, выходите к нам под номером 564. Аплодисменты нашей победительнице, которая забирает разделочную стеклянную доску. Подставка для телефона выигрывает номер 574. Подставку для телефона выигрывает номер 574. Есть такой номер? Нельзя. Девушка идет к нам, а мы ей аплодируем. Подставка для телефона уходит номеру 574. Мы вас поздравляем с выигрышем и объявляем следующий подарок. А это замечательный глобус, который пригодится всем. И выигрывает номер 628. Номер 628. Забирайте свой замечательный глобус. Шел в хорошие руки, а мы разыгрываем следующий подарок. И это мочалка, дорогие друзья. Это мочалка для баньки. И выигрывает его номер 368. Присутствует сегодня 368 номер.
уже, наверное, с легким паром. Вы обязательно ее примените. Обещайте, что сегодня. И следующий приз. Настольные часы. Настольные часы получает номер 293. Номер 293. Настольные часы. К сожалению, этот... Есть. Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, когда выходят наши победители, аплодируйте, чтобы мы понимали, что есть сегодня присутствуют и забирают свои подарки. Баночка оливка всегда пригодится на вашем праздничном столе. И получает ее номер 188. Номер 188 забирает свою баночку оливков. Есть здесь, давайте поаплодируем вот этому замечательному ребенку. Следующий наш приз. Пачка кофе. Дорогие друзья, всегда понадобится утром, чтобы проснуться и чувствовать себя хорошо на протяжении всего дня. А получает пачку кофе номер 395. 395, пожалуйста. Аплодисменты номеру 395. И следующий наш приз. Баночка под крупы на кухне всегда пригодится и получает номер 122. Замечательная банка под крупы, дорогие друзья, выходите, забирайте свой приз. Номер 122. Есть, есть, пожалуйста. Ну что ж, наши призы расходятся. И следующий приз, это прекрасные, замечательные, красивые настенные часы. И выигрывает его лот. Номер 696. Номер 696. Пожалуйста, выходите и забирайте свои настенные часы. Есть, есть. Давайте поаплодируем. Вот идет молодой человек, которому очень нужны настенные часы. Мы вас поздравляем. Вы теперь будете знать всегда точное время. Наш приз. Детский кондиционер для белья. Дорогие друзья, поднимите руки, у кого есть маленькие дети. У кого есть маленькие дети? Отлично, отлично. Давайте сейчас угадаем. Вот, вот дай Бог вам выиграть этот кондиционер, детский кондиционер для белья. Итак, а получает его номер 444. Номер 444. Нет, что ли? Нет. Есть, есть, есть. Отлично. Аплодисменты. А у нас снова два победителя. Аплодисменты. И мы разыгрываем следующий приз. Дорогие друзья, сейчас разыгрываются вот эти замечательные бокалы, стеклянные бокалы, которые всегда пригодятся на каждом празднике. А получает его приз, этот замечательный приз, номер 175. Номер 175, выходите к нам. Номер 175. Присутствует сегодня на площади? Есть. Давайте поаплодируем нашему победителю. Вот такие замечательные три бокала получает номер 175. Мы вас поздравляем. А следующий наш приз – бутылочка подсолнечного масла. Собирает этот приз номер 751. Есть ли такой номер на нашей площади? Есть ли участник с таким номером на нашей площади? Мне кажется, вам уже надо сумочку. Да. Уносить наши призы. Мы вас поздравляем. Так, сейчас мы еще номер этот найдем.
аплодисменты нашему победителю. Вы типа... Номер 83. Выходите к нам, мы вас видим, выходите. Номер 83. Через бутылочкой шампанского. Мы вас поздравляем с днем поселка. Дорогие друзья, следующий приз. Молодой человек, проходите, пожалуйста, сюда. Замечательно. Давайте поаплодируем нашим уже выигрышным билетам, нашим участникам, которые победили и уже забрали свои призы. А мы продолжаем нашу праздничную лотерею. И следующий наш приз — это снова кухонные губки для посуды, которые выигрывает номер 587. Панского, дорогие друзья, напоминаем, что отдадим только взрослые руки. А выигрывает бутылочку шампанского номер 22. Выигрывает, забирает бутылочку шампанского только взрослый. Номер 22. Аплодисменты, у нас есть победитель, которого мы поздравляем. Аплодисменты. Номер 172. Мы вас поздравляем. Возвращаемся к следующему номеру, который не присутствовал изначально. Цифры и получить свои призы. Итак, первая 1000 рублей уходит номеру 330. Аплодисменты победителям! Мы вас поздравляем! Участие в нашей праздничной лотерее. Мы поздравляем вас с выигрышем, дорогие друзья. Нужны лоту 187 забирает свой приз. Аплодисменты. Мы поздравляем вас с днем поселка и, конечно же, с выигрышем. Ну что ж, дорогие друзья, остался самый главный приз — 5000 рублей. И кто же сегодня его получит из наших дорогих, замечательных жителей? А получает 5000 рублей участник, который приобрел билет под номером... Галина Михайловна тщательно выбирает номер под номером 712! Аплодисменты! Которая забирает 5000 рублей. Подожди, моя красавица, так просто мы никогда не отдаем такой приз. Поэтому у нас стала доброй традицией: получив самый главный приз, ты должна поздравить всех жителей поселка с этим замечательным праздником, с днем поселка. Давай, от души. Поздравляю вас с днем поселка. Аплодисменты! Вот родители тебя послали, да? Родители тебя послали за призом. Не отдаваем этот приз, потому что ты поздравила всех жителей с днем поселка. Поздравляем! Аплодисменты нашей маленькой победительнице. Неспроста мы здесь родились и гордимся мы тобою. Поселок милый, родина моя. Встает рассвет над родиной игриво, и к облакам взлетает синий дым. День ото дня поселок все красивей. Хочу, чтоб был ты вечно молодым.
попробуй, в пене белой кружевной скрылись не найдешь. В общем, что ни говори, он совсем особый, лучший город на земле, тот, где ты живешь. Такой же точно, такой же, как все. Дома, деревья, мосты и шоссе. Такой же точно, такой же, но все ж ты лучше его не найдешь. Такой же точно, такой же, как все. Дома, деревья, мосты и шоссе. Такой же точно, такой же, но все ж ты лучше его не Дорогие друзья, наш праздничный вечер продолжается, и мы не устанем говорить комплименты нашему поселку. Сегодня все песни в его честь, для вашего хорошего настроения. Больше века солнце встает над нашей малой родиной, над нашим поселком, скромным сыном России. Это не город-герой, не миллионник, но в нем есть свои герои и свои рекорды, и свои достижения. Поселение, которое появилось среди степей и овеяно дыханием двух морей. Это наш поселок. Это наша история. Оглянитесь вокруг. Как изменился наш поселок за последние годы? Цветы, парки, скверы и улицы. Поселок наш преобразился, но самое главное – это улыбки. Улыбки на лицах земляков, которым жить в нашем поселке нравится, потому что именно здесь они счастливы. День поселка традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут, к которому готовятся. Нельзя не любить место, в котором ты живешь. Однажды, приехав сюда, вы навсегда оставляете здесь свое сердце. Думаю, что каждый, кто по-настоящему любит поселок, готов сегодня сказать в его адрес самые искренние и благодарные слова. Сегодня мы можем сказать, что в поселке много трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей, инициативных и талантливых людей. И это все про вас, дорогие наши земляки. Ну а что ж, а наш концерт начинается, а начинает его Татьяна Игнатюк. Первые поздравления от нее. Встречайте, друзья, вашими аплодисментами. Огромный привет.
нас вдруг небо ниже, и пошел стучать дождь по крыше. Под моим окном лужи пели, вдруг свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. К мокрым стеклам вновь припадаю, любишь ты или нет, все гадаю. Отрекла в глазах свет багряный, и блестит асфальт, как стеклянный. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Наклонилась вдруг небо ниже, и пошел стучать дождь по крыше. Под моим окном лужи пели, вдруг свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Значит, любишь ты, значит, любишь. Если ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Алекс, яркий, позитивный ансамбль современного танца «Палитра». Ваши аплодисменты! Ансамбль современного танца «Палитра», младшая группа. Дорогие друзья, встречайте вашими громкими аплодисментами. Для вас поет Александр Дубодел. Месяц в ночи, вместе мы
охраннику чали они. Было солнце, было лето, и куда все делось это? Словно ветром сдунуло с руки. Скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твою? Почему любовь не вышла и твою опали лепестки? По кругу водит злодейка судьба.
сначала жизни маемся, потом влюбляемся, но лучше поздно, чем никогда. Полжизни маемся, потом влюбляемся, но лучше поздно, чем никогда. И все труднее угнаться за ним. Не очень верится, 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 что мы до солнца еще долетим. Когда все сбудется, 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 и соберутся друзья за столом, шарманка крутится, сильнее любится, не полюбится, переживем. Шарманка крутится, сильнее любится, а не полюбится, переживем. На крыльях счастливой любви летаем, летаем, летаем. И сердце то, что в крыльях счастливой любви. Летаем, летаем и знаем, безоблачных дней, пока мы летим на крыльях счастливой любви. Безоблачных дней, пока мы летим на крыльях счастливой любви, на крыльях счастливой любви. Счастливой любви. Все, что попросишь, жить.
зиму я любила, но прошло. Вам настроение можем. Вас поздравляет Татьяна Мудрецкая. Моя лиственная, взгляды у людей пристальные, стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга, скорости вокруг бешеные. Мы себя едва сдерживаем, значит, надо быть бережнее. Нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань сильней меня, стань ласковее. Прошу, стань сильней меня, стань ласковее. Слышал я слова в
правильные. Все искал пути праведные. А твои слова победные, нам не жить друг без друга. Деточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками, прошу, стань сильнее, я стану ласковее. Прошу, стань сильнее меня, стань ласковее. Леточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга.